Ну вот, прибыли мы на мыс Кабо-Жираду. Это самый высокий мыс в Европе и третий по высоте мыс в мире. Его высота 580 метров над уровнем моря. Вот сейчас мы специальным автобусом приехали сюда. Здесь главная достопримечательность этого острова – стеклянный этот самый балкон над пропастью, да? Вот, я думаю, рискну, схожу на него. Схожу, посмотрю, проверю ощущения. Говорят, ощущения очень острые. Ну, как видите, здесь это самое шопинг, сувенирчики продают. Собачка, горная собака. Здесь прохладнее, внизу было 23, а здесь, наверное, 20, я так думаю. Яну, воздух попрохладнее. Ну-ка, посмотрим. Посмотрим эту высоту. А, вот она, стеклянная крыша, где оказывается. Вот она. Ощущение, конечно. Не знаю, передает ли камера эту высоту. Вообще ужас какая. Я на такой в ответственной стене никогда не был. Даже как-то камеру страшно держать в руке, такое ощущение, что от страха сейчас пальцы разожмутся и камера упадет. И море шумит где-то далеко-далеко внизу, прям явно отдаленный шум прибоя. А тут, смотри, осторожно, смотри, вот эта трещина. Можно смотреть, тут может провалиться. Да не, ну ты не провалится, но жутковато. Да. Товарищ генерал, страшно. Вот мои ноги. Я над пропастью. Ну как, чуваки? Крутяк. По первому разу было страшновато заходить на стекло. Ну как, видок? А это что, конфеты такие? Да, или что? Это с этим вот, как они называются? С травами какими-то, с фруктами? Да, с травами и с добавлением фруктов, эти какие-то.